that drink in your hand. Got that drink in your hand. We gotta go global. She sings the success way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings. Итак, всем очередной раз привет. Снова очередное видео про известный трек. Трек у нас на этот раз будет Dan Balan Freedom. Причем я так считаю, что как бы пора немножечко сделать паузу в хитах. Вот. И, собственно, по многочисленным просьбам все-таки сделаю видео про какие-нибудь там, не знаю, сведения, мастеринги и так далее. Может, какие-нибудь мои наблюдения, накручивание звука. Это я еще придумаю. Это мы еще с вами вместе решим в вопроснике ВКонтакте. А сейчас пока что посмотрим, как можно сделать данный трек, как он приблизительно делался, и в очередной раз убедимся, что, вопреки всем мнениям, все-таки голос это играет немаловажную роль, то есть это не второстепенный момент. Вот, вот допустим, в данном треке здесь четко будет видно, насколько здесь крута музыка. Я сейчас потом в итоге голос отключу, и мы будем разбирать сами звуки, и будем беседовать по поводу того, как сочетается голос и звук. И как сделать так, чтобы голос и звук были полноценно соединены. Таким образом, что голос является новым инструментом, еще одним инструментом. Значит, сразу скажу, для меня было как бы новостью, что сам Dan поет только куплет. И вот это freedom, ну, шепотом вот здесь. А вот это кричит в припеве в самом начале freedoms. Это некий корей, который вначале тоже нам что-то будет рассказывать. Итак, значит, сразу скажу, я схалтурил. Значит, начало вот это электрическое я взял из оригинала. Вот это. Значит... Почему? Потому что, ну, мне на самом деле было лень. Значит, это делается следующим образом. Берется пила. И на нее накладывается гроссбит. И там есть некий сайдчейн эффект в гроссбит. И тогда будет у нас следующий эффект. Хотите, сами сделайте. В общем, я делал вот с этого момента. Значит, разобьем на части заодно. Первая часть — это самое начало, простенький куплет. Дальше у нас идет куплет немножечко разнообразный. Там уже добавляются другие звуки. Мы слышим некий плаг. Или плуг, до сих пор не определился. Ну, как бы припев. Потом дальше пошел еще красивее припев. И уже у нас снова идет бас вот этот. Ну и значит, наша некрасивая пищалка.
Ну, как бы, как я ни старался, некрасивой, она у меня так и не получилась. Она получилась какой-то непонятной. Ну, я плюнул, сделал так. Значит, ладненько. Сразу скажу, что, значит, здесь голос у меня акапельный, полностью хорошего качества. На нем наложен гроссбит. Вот как раз-таки вот этот эффект sidechain, в принципе, так оно называется. Немножечко не на всю катушку, а чуть-чуть. И здесь, как бы, когда я включаю, на самом деле полосочки здесь такие. Поэтому, то есть они вот такие сначала, да? То есть звука нет, потом раз появляется. Звука нет, потом не понравилось мне, я поставил как бы нормально, по-человечески, чтобы был звук. Дальше. На самом голосе у нас есть хорус, потому что акапельный звук, он без эффектов. И звучит на самом деле без хоруса, ну, немножечко узковато. Добавляя хорус, у нас появляется немножечко объемности у звука. Дилей, естественно, дает нам эффект. Дилей, повторение звука, да? Значит, в самом дилее я привык ставить здесь 4 шага, 4 steps, 4 ноты захватывает сам вот дилей. И пинг-понг, что это означает? То есть вот идет источник звука в серединке, представим, да, в серединке, и потом дилей этот разбрасывается во все стороны. То есть пинг-понг, знаете, как со стола друг дружка стреляет. Фрибэк — это как раз-таки сколько у нас по мощности остаточный звук идет. А это с какой мощностью на эффект подается источник звука. Так вот, у меня немножечко он, конечно, опущен, чтобы не сильно этот дилей давил на уши. Дальше смотрим. Эквалайзер. Я подогнал, естественно, акапеллу под мой минус, какой он у меня получился. Компрессии сделал голос немножечко почетче. Ничего не крутил, просто гейн добавил. И сам компрессор сам сделал, как умеет. Он умеет хорошо. То же самое, почти то же самое у меня и со вторым его товарищем, с товарищем Дан Балана. Здесь практически то же самое, только есть некоторые изменения. Изменения заключаются в основном в параметрическом эквалайзере. И ревибрация, которая наложена. Почему? Опять же, потому что вот этот Freedom кричит. Вот, он кричит, собственно, не Дан Балан, а кричит его товарищ, и поэтому на него реверберация наложена, естественно, и хорус у него поднят тоже больше, чтобы развели его по сторонам. Потому что сам Дан Балан поет в серединке, слушаем. А Freedom уже кричит по сторонам. Так, ну, к сожалению, у меня видео... Программа записи видео записывает звук моно, поэтому вам вообще-то все равно было сейчас, конечно, по звуку. Ну ладно, поверьте мне на слово. Все. Значит, смотрите, что я сделаю с голосом. Я сейчас его отключаю. Оп. И здесь. Оп. Все, отключил. То есть теперь у меня голос, он никак на музыку не влияет. И теперь как бы услышим куплет без голоса. Нежирно, да? Помним, как надо делать, когда у нас как бы зависает компьютер. Лично я все время забываю. Сейчас я позакрываю все окна. Так, ладно, обрезал видео, потому что там, конечно, много окон было. Вот, но зато живой теперь остался. Значит, дальше смотрим. Бас. Берем бас. В первом куплете, точнее, просто в куплете берем бас и смотрим, из чего он состоит. Бас такой. Ну, в первом куплете, помните, да, у нас только идет кик вместе. А, давайте сначала ударник все-таки. Ударник. Кик. И открытый хай-хэт. Все, больше ничего нет. И бас. Итак, посмотрите, пожалуйста, у меня бас состоит из трех инструментов, и каждый выполняет свою роль. Harmless, у него следующий звук.
Ну, естественно, это тело баса, да. То есть у нас пила, вот послушайте, пожалуйста, пила, она сама по себе не может давать бас глубокий. Все равно бас получается рифленый. Как вы видите, у нас две пилы на самом деле. Одна поизоне, другая север. Причем поизоне, оно немножечко более звонкое. А север более глубокое. Сейчас, точнее, не здесь. Вот здесь надо. А здесь такого не будет. Ясненько, да? Значит, и вместе они все друг друга дополняют. Значит, есть тут некоторые интересные фишки. Значит, в самом басе посмотрим, какие у нас эффекты. Harmless — это накрученный, причем как бы нет пресета, просто накрутил. Ой, как накручивать звуки, наверное, все-таки я серьезно сделаю следующее видео. Ну, посмотрим. Значит, на нем эффекты наложены следующие. Мультибанд компрессор. Бас у меня был не сильно глубокий, что позволило мне, значит, использовать мультибанд компрессор, где я немножечко подтянул низкие частоты. И теперь у меня бас. То есть вот этот хитроумный компрессор, он немножечко, конечно, затрагивает бас-партию. Бас-звуки. Дальше. Значит, реверберация, саундгудайзер, это понятно, ГЛФО. ГЛФО тоже понятно, причем заметьте, значит, во всем басе у нас здесь стоит 90 дег. Значит, скажу, что это такое за раздел. Вот это, понятное дело, уровень, да, всех этих прыжков. Это тип прыжков, то есть сайн это постепенно прыгает. Вот это вот, как там... Трейнгле. Вот, оно прыгает немножечко в обратную сторону. Значит, square это четко прыгает, то есть не постепенно там опа, есть нету. Дальше у нас rising это вниз она прыгает быстро, а вверх поднимается медленно и так далее. Ну, естественно, sign самое лучшее, sign. 4 P-бар, это, понятное дело, на каждый кик у нас 1, 2, 3, 4 удара в такте, поэтому 4. И вот это 90, это отставание. То есть в каком моменте в звуке, да, у нас приглушать вот эту мелодию. Так вот, в зависимости от вашего стиля, в зависимости от вашего настроения, надо крутить. Есть три положения, лично я для себя усек. Это 90. Потом 100, ну где-то вот так, 168, короче, посерединке, и 220. То есть это, смотря три стиля, какие вы делаете. Здесь, в данной мелодии, будет использоваться два. Сам бас у нас 90. 90 будет. Ну, 91, неважно. Вот. А потом пищалка будет 220, но это мы потом вернемся. Сейчас я посмотрю, по-моему, я все это забил для удобства в один... канал 5. Да, все три баса у меня лежат на 5 канале, чтобы я вам смог показать это. То есть послушайте меня, пожалуйста. Сейчас я буду изменять вот этот 90, и вы услышите разницу. Представьте, что это кик. Понятное дело, что 90 тут самый подходящий, да? Ну и компрессор, чтобы это все немножечко приглушить на самом деле. То есть скомпрессировать, но потише. Вот. Все, как бы сама мелодия вот в самом басе, да, я сейчас смотрю, беру бас-партию Harmless. Значит, какой здесь смысл? Четыре раза у нас стукает коротенький бас, и потом тот же самый звук, только на две октавы вверх. То же самое и, значит, в сейвере. Ой, то же самое и в поизоне, то есть на той же пищалке. На той же самой пиле. Ну и сейвер немножечко укороченный, потому что это внизу звуки.
И посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы у нас немножечко вот эта вот чехарда с низкими звуками заканчивалась, я поднял одну последнюю нотку именно в сейвере, поднял ее вверх на октаву вместе с этим звуком, чтобы было завершение. Я сейчас верну, и вы поймете, в чем разница. То есть получается как ба-ба-ба-бам. И непонятно, да? А надо вернуть. И получается достаточно интересно. Получается так ту-ду-ду-длин. И вернулись обратно. И так дальше играет. То есть, в принципе, никакой разницы нет. Все, будем немножечко свернуто рассказывать, иначе я тут разведу идеологию на весь ролик. Дальше. Вторая часть практически ничем от первой не отличается. Здесь добавляется, в ударнике добавляется снэр. Состоит он тоже из двух звуков. Первый для тела, второй для звука самого. Ну, понятно, да, это для звука. Это для тела. Получается снэр. И ко всему прочему у нас добавляется вот здесь вот еще. Вот, смотрите, в этом такте нет, а потом пошли вот такие звуки. Right. Для чего автор это сделал? Для чего автор этого трека сделал это? Чтобы перед припевом достаточно много сделать шума в мелодии. Ну, звук, понятное дело, да, шумит от этого райда. Дальше. У нас есть губит гол, знакомый нам из прошлых роликов. Это некий такой плаг. Где он находится? Он находится в начале и чуть-чуть дальше второй части куплета. Он нам добавляет такой приокрас красивый. Дальше у нас добавляется после того, как вот второй плаг вот здесь, где-то вот здесь вот он брякнул. Первый брякнул ничего, а вот второй брякнул, и начались цитрус. Начался цитрус, который напоминает отдаленно скрипку, электронную скрипку. Да что такое? Давай играй. Понятно, да? Сейчас я покажу, где это здесь находится. Понятно, да? Ну, естественно, у нас долбит постоянно бас. В конце бас отличается только тем, что у него идет на слабую долю три раза высоко бас. Ну, это понятно. Дальше. То, что вверху, какие эффекты, мы в конце обратимся к этому. Значит, все. Ничем больше не отличается. То есть первая часть куплета просто. Тупо ударник и бас. А вторая часть куплета вот такая. И появляется вот этот цитрус. Ясненько. Значит, все. В принципе, мы пришли к припеву. Припев, на ваше удивление, будет тоже очень скудный. Вот теперь посмотрите, вы услышали без голоса, естественно, скудно все, теперь голос добавляю. Доказал, что голос важен, да? Ну, здорово. Так, закрываем это, и, по-моему, 12-й, да, 12-й, все. Так, разбираем, из чего состоит наш
припев, начало припева. Значит, бас у нас из того дробящего превращается в линейный. Он один раз играет. И долбит по нашим ушам постоянно в линию. Естественно, тут перебивка есть небольшая. Значит, эта перебивка, она вместе с инструментом, который называется Silent 1. Ну, естественно, вы все этот синтезатор знаете. Возьмем пресет 191. Немножечко там подкрутим. А может, и не подкрутим, я не помню. Замечательный звук. Да, значит, 90-х это был крутой очень звук, но, естественно, он живет и будет жить долгие времена. Итак, у нас в припеве на паттерне 16-м следующие звуки. Точнее, не в 90-е, а 2000-е. Я немножечко, конечно, обидел этот звук. Вот, дальше. Значит, вместе с этим Silent 191 пресетом играет наш любимый Губит Гол. То есть он там не умер раньше, да? Здесь он продолжает жить. И причем без него скудно звучит. А теперь я добавляю, и как бы тело есть для звука нашего. Особенно здесь. Это нам помогает слышать вот этот вот синтезированный звук, этот лид, вот в этих местах. Ну и бас нам, помните, да, грызет мозги долгим своим игранием. Значит, все. В конце, естественно, у нас немножечко отличается. У нас играет постепенно, повышаясь, один и тот же звук. Вообще у нас тональность фа. Фа минор. У нас тональность. Это у нас перед концом, вот здесь. Вы уже слышите вторую часть припева, где у нас вместо вот этого зубодробильного постоянного звука появляется немножечко интересный, но тот же нам известный бас. Все остается то же самое, абсолютно. И только отличается тем, что вот этот синт, он теперь играет постоянно. Если там прерывисто, то теперь постоянно. Переходим к плохой, точнее, некрасивой пищалке, которая должна быть некрасивая. Ну, какая получилась, такая получилась. Значит, то же самое райд, то же самое кик с открытым хэтом, но появилась такая немножечко игривый хай-хэт, который добавляет некого интереса большего. Вот он звучит здесь. Если услышали, молодцы. И, значит, тот же самый бас играет. Автор не мучился, в принципе. И пищалка. Значит, здесь сейвер, это понятно, в принципе. Хорус на него наложен, немножечко статик наложен. Здесь у нас используется некий слайд. Где же он находится? Вот. Ну, вы это прекрасно знаете. Вот, по прошлым видео, если нет, то, пожалуйста, смотрите, пентаграмма, там, в принципе, я долго об этом рассказываю, то не Игги пентаграмма, сейчас на экране будет ссылка. Все, ссылку увидели, дальше смотрим. И добавление к этому, то есть, один сейвер играет так. А у нас еще вот есть здесь Toxic Biohazard.
отдельно Toxic играет так. Ну, с помощью него, в принципе, я и хотел сделать мрачную пищалку. Это пресет Gargoyles Synth, типа того, что синт Gargoyles, вот. Но, как бы, что получилось, то получилось. Вместе звучит так. На самом деле, я отсюда скопировал просто мелодию сюда, и все. По поводу проектов. Вот сейчас я хотел сказать, посмотрите проект и так далее. Я проекты буду выкладывать только тогда, когда буду выкладывать следующее видео. То есть, допустим, сейчас я выкладываю это видео и проект к прошлому. То есть, там уже заходите на прошлое видео и скачиваете проект. Это дабы для вашего самостоятельного творчества. Вверху, что у нас находится вверху? Естественно, акапеллы. И, значит, что я хотел сказать? Предзвуки, это понятно. Ну, перед чем-то, да, нас готовят. Переходик. Вот. Ну, это, в принципе, все постоянно повторяется. Повторяется. Единственное, вот об этом редко говорю. Часто используется вот что. Берется некий такой звук. Шум, так сказать. И добавляется в начале какой-то части, но потом резко обрезается. И слушайте, какой эффект. Оп, и исчез. Я сейчас включу голос, и вы узнаете сразу этот момент. Оп, красиво, красиво. Значит, вот такие вещи очень часто используются вообще. И это очень круто. Значит, вообще я вам советую это использовать. Вот что-то начинается, там яма такая, или там начало, или там что-то фортепиано везде играет, все это такое шумит, а потом раз, значит, четкий ударник, четкий бас, крэш. Нет, крэш не надо. Вот этот звук, это Vengeance Electro Essentials FX-113. И обрезайте его. Выигрышный момент вообще. Потом начинается четкая мелодия ваша, колбасневая. И вот этот вот момент очень даже выигрышный, так скажем. И он встречается здесь, он встречается здесь, он встречается здесь. Но смотрите, на припеве я эту всю, значит, штукенцию не обрезаю. В припеве вообще на самом деле погоду большую делают все эти эффекты. Посмотрите, и вот они, и вот они, и вот они. Все они по-разному звучат. То есть, ну, помните, да, там в припеве там много всяких таких шумных звуков. И опять же, смотрите, видите, начинается наша колбасня. А нет, в колбасне не обрезано. Ну вот смотрите, допустим. Ну это в оригинале он не обрезает. А вот, допустим, вот так вот взяли и обрезали. Ну, тут другие эффекты мешают. Ну, ладно, в принципе, поняли, да, как что я раньше рассказывал. Сейчас я отменю. Все. И сохраню. Не дай бог, что-то попортится. Все. В принципе, рассказывать больше нечего. Единственное, значит, здесь еще вот в этом, в пищалке в этой добавилось следующее. Добавилось у нас... некий такой ударник, который мы обрезали. Опять же, у нас постоянно долбилка здесь, и не нужен снэр. Сам сэмпл со снэром. Понятно, да? Его пришлось вырезать. То есть я просто-напросто взял и повырезал в тех местах, где у нас бьет снэр, но у нас, значит, остался вот этот звук цк. Цик-цик-цик. Так оно и звучит. В принципе, все. Я, значит, выкладываю сейчас проект к прошлому видео. Значит, еще, пожалуйста, я написал недавно музычку одну интересную. В принципе, она поднимает настроение, там некоторые говорят и так далее. Прикольную подборочку сделал танцоров. Значит, сейчас ссылку увидите на экране. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, вам хотя бы немножко поднимет она настроение.
А так, в принципе, значит, пишите предложение. Я создам специальный опросник в ВКонтакте. И пишите, какой бы вы видеоурок решили посмотреть. То ли это накрутка звука, то ли это еще что-нибудь. Всего доброго. До свидания. Freedom, freedom, I love you.